Пятничный вечер сотрудники сектора ЖКХ в Новоивановском проводят нетипично. Дежурят у мусорной площадки рядом с домом 3 по улице Мичурина. Ловят нарушителей, тех, кто выбрасывает строительный мусор в контейнеры для бытовых отходов. Такие рейды проводят еженедельно. Вот сегодня у нас рейд проходит в поселке, то есть в РП Новоивановская. Также у нас на территории имеются деревни. К сожалению, конечно, в деревнях это сложнее проконтролировать, так как в темное время суток это более доступно. То есть там люди могут туда подъехать и все это скинуть. Вот. То есть, ну, где-то 2-3 точки, да, такие, к сожалению, имеются, где периодически такое случается, но мы стараемся это все предотвращать вовремя. В этот раз за время проведения рейда нарушителей выявлено не было. Жители выбрасывали обычные бытовые отходы. Однако коммунальщики подчас находят на территории вот такие неприятные сюрпризы. В этих случаях сотрудники подрядной организации своими силами убирают мусор и утилизируют его должным образом. Сами нарушители попадаются реже. Если мы видим, что действительно вот подъехала машина и зафиксировано такое нарушение, в таком случае как бы вызывается полиция. И совместно с ними составляется протокол, акт какой-то о нарушении. Также уведомляется управление ЖКХ, администрация Одинцовского городского округа и подается материал в административную комиссию. В последнее время нарушителей немного. В основном жители знают, для утилизации строительного мусора необходимо заказывать специальный бункер. Для этого можно обратиться в свою управляющую организацию либо к русскому региональному оператору, который занимается вывозом мусора в Одинцовском городском округе. И стоит помнить, что за выброс строительного мусора в неустановленном месте предусмотрены штрафные санкции. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».